Привет, привет всем, друзья! Купила я вот такую вот икру и корный соус, аромат обкачённого лосося. Посмотрите. Сейчас откроем, посмотрим, что из себя она представляет. О! Вот такое вот сливочное месиво, прям вот как сливочный крем, что ли, с икрой. Да, икры много. Запах приятный, копченой рыбки. Сейчас попробуем. У меня вот такие вот сухарики, хлебца. Сейчас попробуем, скажем, вкусно или невкусно. Если вкусно, то покупайте. Недорого стоит. Рыбный вкус, аромат копченой рыбки присутствует, дымок такой. Ничего, приятно, есть можно. Покупала я в Светофоре, стоит около 60 рублей баночка. Так что покупайте, это неплохо. Можно делать суши, вместо соуса добавлять вот такую вот икорную пасту соус. Всем приятного аппетита и пока-пока!